День защиты детей не только праздник веселья. Он также служит напоминанием взрослым об их ответственности. Ведь дети, как никто другой, нуждаются в заботе, любви и защите. Поздравления в адрес самых уязвимых жителей Десногорска стали поступать уже накануне большого праздника. 31 мая на площадке у детского дома творчества развернулось сказочное представление с совместными играми, песнями и конкурсами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель мероприятия – дать возможность детям с особенностями почувствовать себя значимой частью дружного коллектива. К сожалению, не каждый взрослый понимает, что это ребенку нужно. Общение не только друг с другом, а даже и с другими детьми – это самое главное. И самое главное, вы обратили внимание, что с нашими детьми были и дети, как мы называем, веселые. А это для наших детей главное, чтобы как раз вот эта забота, вы же обратите внимание, когда дети больные и здоровые, они же не обращают внимания, они друг другу помогают, они стараются, и вот это самое главное. Дети с ограниченными возможностями здоровья, так же, как и все дети Земли, хотят заниматься интересными делами, творить и узнавать что-то новое. Отдел соцзащиты совместно с Десногорским обществом инвалидов организует активную программу для таких детей ежегодно. А в конце каждого мероприятия обязательный подарок каждому посетившему праздник. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев. Десна ТВ.